Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем вторую лекцию из нашего нового цикла, который мы посвятили модуляции. И так, как я сказал в первом вступительном уроке, эту тему подсказали вы сами. Я сначала как-то отнесся к этому с непониманием, потом подумал, а ведь на самом деле в этом и есть зерно вот развития современной музыки. Почему? Сейчас я вам попробую объяснить. Ну что такое модуляция, наверное, всем понятно. Я даже не стал заглядывать в какие-то словари, чтобы уточнить определение этого слова. Но модуляция — это исполнение какого-то музыкального фрагмента или всего произведения в иной, неоригинальной тональности. Ну, смысл технологии — это очень проста. Если вы можете сыграть все это в одной тональности, вы дальше переносите на известный интервал, ну, какой вам нужен, все произведение, переносите гармонию, переносите мелодию и исполняете. Вот, собственно, и все. То есть, что об этом говорить? Однако, все гораздо интереснее, если посмотреть на проблему модуляции, ну, в контексте вот нашей такой концепции понимания музыкальной гармонии. По-другому к модуляции можно отнестись очень просто. Изменение тоники внутри одного произведения – это уже есть, по сути, модуляция. Вот. При этом музыка складывается таким образом, развивается таким образом, что чем больше внутри произведения вот таких вот гармонических отклонений, модуляции, то есть возникновения дополнительных новых тоник, тем эта музыка более богатая. На сегодняшний момент исполнять музыкальное произведение, используя гармонии, скажем, одного лада, вот те самые 7 плюс 1, как я рассказывал, функций, внутри одного лада уже, собственно, не является актуальным. Потому что, ну, из 7 функций, согласитесь, все вариации их соединения были найдены. И следуя этой логике, далее, чем больше вот этих вот дополнительных тоник возникает внутри музыкальной формы, чем интереснее и неожиданные связи вот этих вот тоник, тем музыка становится более интересной и более как бы развитой. То есть современные композиторы как бы вытаскивают, выискивают, находят более сложные функциональные связи, при этом создавая не менее эстетичную музыку, чем это было раньше. Скажу дополнительно, что сейчас вообще есть такая тенденция у композиторов, что при написании партитуры произведения не используются, например, знаки при ключе. Зачем? В этом есть определенная логика. Но если вы вспомните партитуры академической музыки, то вы встречали, что знаки при ключе в начале композиции, вдруг через какое-то время, через какое-то количество тактов, ну, большое количество тактов, меняются на другие. То есть внутри произведения возникает какая-то новая часть, вся музыкальная мысль уходит в иную тональность, и поэтому ставятся новые знаки. То есть здесь все понятно. Потом проходит еще какое-то большое количество тактов, начинается новая часть, происходит новые изменения тональности или возвращение назад, здесь все понятно. Но в современной музыке может случиться так, что вот в самом начале, там, буквально в первом-втором такте, гармония из основного тона, из ключевого тона, с которой началось произведение, может так кардинально переместиться в иную тональность, что знаки при ключе будут создавать, ну, чрезвычайное количество сложностей при вот, чтении нот. То есть будут возникать какие-то бикары, и нужно будет там как-то это все отслеживать, запоминать. То есть квалификация чтения нот вырастает многократно. И поскольку эти тоники меняются очень часто, и меняется очень часто тональность внутри короткого какого-то периода, то нужно делать либо что? Либо буквально через каждый такт, два, три, ставить новый знак альтерации, что тональность поменялась. Иногда это возникает внутри какого-то такта. Либо просто отказаться от этого и оперировать абсолютно пустым белым нотным станом и ставить знак альтерации непосредственно перед каждой нотой. Вот такая тенденция есть, и она не случайна. Потому что, я напомню, чем больше
внутри музыкальной гармонии возникает новых дополнительных тоник, тем эта музыка может быть богаче. Теперь скажу дальше. Насколько несовместимы, насколько два, казалось бы, несовместимых аккорда могут быть гармонически соединены? Отвечаю сразу, любые два аккорда, которые, казалось бы, не имеют никаких связей, могут быть интересно соединены в гармоническом голосоведении. Есть ли какое-то правило? Есть. И об этом правиле я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, между двумя любыми аккордами так или иначе можно построить цепочку аккордов, которые идеально функционально свяжут. Ну, как мы говорили, тоник превращается в субдоминанту, субдоминанта идет в доминанту, доминанта вдруг становится функцией другого функционального блока, там идет свое развитие, вот так вот не спеша мы подходим к искомой, там, к последнему аккорду. И между первым аккордом, например, между первой тоникой и между конечным аккордом уже никакой связи не существует, но они связаны между собой. Вот. При этом обязательно ли эти логические гармонические цепочки строить? Абсолютно не обязательно. Они могут предполагаться. То есть они могут предполагаться, но мы их можем упустить. Ну, например, вот если мы видим какого-то человека, стоящего на улице одинокого, или ребенка, вот он один, и мы ничего про него не знаем, как казалось бы. Но с другой стороны, мы знаем, что у этого ребенка есть или была, ну, мама, во всяком случае. Мама была женщина. А по каким-то характеристикам ребенка мы можем даже примерно представить характеристики этой мамы. Вот так же и в гармонии. Если какие-то связующие функции опущены, это не значит, что их нет, и не значит, что нет определенной логики, почему один аккорд переходит в другой. Это вот первое правило, то есть его надо понять. Если существуют два аккорда, которые между собой не связаны, это не значит, что между ними не существует каких-то невидимых и необозначенных в музыкальном произведении связей. А можно ли связать два аккорда? Какой принцип? А принцип простой. Вот этот принцип тоже как бы указывает на некую логику, на некую гармонию, которая должна существовать в мире. Вот в музыке она отражена. Вот если существует два человека, и они абсолютно разные, вот как создать между ними что-то единое, как их вовлечь в один общий процесс, взаимно полезный для обоих, как их соединить в каком-то созидательном плане? Очень просто, нужно найти что-то одно общее между двумя этими людьми. И главное, чтобы это общее было важным, принципиальным, ключевым, доминирующим и у одного, и у второго человека. И тогда произойдет этот союз, созидательный союз, союз творческий, двух вроде бы совершенно разных людей. По этому принципу люди объединяются в сообщества, не знаю, в религиозные, в общественные, в политические, в какие угодно. Семьи создаются, целые нации скрепляются чем-то одним единым. Вот этот же принцип находится в музыке. Если между двумя совершенно разными аккордами существует хотя бы одна общая нота, значит, эти аккорды можно уже гармонически красиво связать. Если этих нот две, то это еще лучше, значит, связи больше. Если эта единая нота находится наверху, в голосоведении, в аккорде, и в первом, во втором случае, тогда уже есть гарантия, что эти аккорды будут связаны. И вот сегодня мы с вами разберем такой пример, как это может сделать. Мы возьмем четыре мажорных аккорда и раскидаем их по хроматической гамме по какому-то принципу. Но я выбрал принцип терцевого движения басов. До, ля, фа диез и ми бемоль. Вот эти четыре тоники, которые мы построим на этих аккордах, мы сейчас свяжем в единую какую-то последовательность. Почему я взял терции? Потому что в терцовом ходе меньше взаимосвязи. Ну, в квартах, в квинтовом там все понятно. Где кварты, там сразу возникают субдоминанты, доминанты. Секундовые отклонения, они тоже гармонически связаны, потому что секунды — это
это субдоминант второй ступени, то есть там есть какие-то. А вот в терциях сложнее. Итак, нам нужно связать 4 мажорных аккорда. Вот как бы они звучали, эти 4 аккорда тонических, если мы сыграли просто трезвучие. Послушаем. Ну, нету гармонии, нет никакой связи, очевидно. Даже если я попробую сыграть в обращениях, то есть тоже непонятно, как-то музыки не получается. Попробуем представить, что я сыграю это чистыми септаккордами, большими мажорными. То есть уже какие-то связи возникают, но тоже абсолютно неочевидные. А теперь я попробую найти все-таки общие ступени и создать из этого какую-то более-менее ясную гармонию. Ну, возьмем первый мажор трезвучий вот таким образом. Просто в виде обычного большого мажорного септаккорда в широком расположении. Вот до, вот пятая ступень, вот седьмая, вот третья. После этого аккорда нам нужно будет выйти в ля, большой мажорный тонический аккорд. Глядя вот на эту структуру, я сразу вижу одну общую ноту. Нота ми мажор, которая находится наверху аккорда до мажорного, является и пятой ступенью в ля мажорном большом септаккорде. Я уверен наверняка, что если сыграть так, связь уже будет установлена. Двигаемся дальше. Из ля мажора нам нужно перейти в фа диез, большой мажорный. Я смотрю на эти ноты, смотрите. Ну, ля, понятно, в басу, соль диез, до диез и ми. И думаю, в следующем аккорде фа диез, большом мажорном, как эти ноты могут использоваться. И понимаю, что вот нота ми никак не может использоваться, ее там нет. Это седьмая низкая ступень фа диез мажоре. А вот нота до диез, это его пятая ступень, ура. То есть общая найдена. Она, конечно, находится не наверху, но она уже есть, это уже связь. Дальше, соль диез, это вторая ступень фа диез мажоре. И это прекрасно. Мы говорили с вами, что для выражения тонического мажорного аккорда нам нужны все ступени лидийской гаммы. 1, 2, 3, плюс 4, 5, 6, 7. В данном случае вот это как раз та самая вторая ступень. Значит, для того, чтобы мне сейчас перейти в фа диез мажор, мне достаточно поменять бас на фа диез и поменять только одну ноту, ми на фа, на седьмую высокую ступень. И вот уже возникла определенная гармония. Еще раз, от до мажора начну. Ля. Это совсем другая история. Двигаемся дальше. Дальше нам нужно разрешиться в ми бемоль мажор. Еще терцию вниз спустить. Я смотрю. Ля бемоль в ми бемоле – это четвертая ступень, совсем никак не обозначающая этот аккорд. Дальше, ре бемоль, это седьмая низкая ступень ми бемоле. Нам она категорически не нужна, потому что нам нужно сделать мажорный аккорд, значит, септима должна быть высокая, значит, должна быть нота ре. А здесь ре бемоль не подходит. А нота фа, это удача, это девятая ступень этого аккорда. Она не функциональна, но она хотя бы будет связующая. И поэтому я сейчас поменяю бас на ми бемоль, оставлю наверху фа девятую ступень и сыграю просто нон-аккорд, вот такой. Вот он. То есть вот ми бемоль, соль, си бемоль, трезвучие, ре, бикар, это седьмая высокая ступень, и фа девятая. И вот мы уже соединили эти два аккорда. Вот он был фа диез. Ну, точнее, этот аккорд большой мажорный с опущенной, большой мажорный, да, аккорд с опущенной третьей ступенью, но со второй. И который разрешился ми бемоль мажорный нон аккорд с девятой ступени. Еще раз, всю последовательность.
Еще раз. Сравним с тем, что было в начале, когда я эти три функции выражал обычным трезвучием. В обращениях. Ни о чем. В мейдж-аккордах, больших мажорных. Тоже сложно. А теперь вот та комбинация с использованием общих ступеней. И, в принципе, я это могу делать дальше, двигаясь по клавиатуре. Давайте попробуем. Я не готовился, но... И везде здесь были какие-то общие связующие ноты. Я сейчас на них не буду. Вот, в принципе, что мы сделали? Мы сделали 4 модуляции, то есть 4 тоники превратились одна в другую, и мы их связали. Хотя, поверьте, что между всеми этими аккордами очень легко находятся пропущенные функциональные связи. Давайте попробуем привести еще один пример. Давайте попробуем соединить теперь 3 мажорных аккорда, которые... в басу отстают на большую терцию, то есть не на малую, а на большую. До, ля, бемоль, ми и до. Вот. То есть до, ля, бемоль вообще связь непонятная. Дальше тоже она очень условная. Итак, давайте попробуем. До мажор. Вот. Я взял мейдж аккорд септимой внизу. И сразу вижу одну общую ноту, следующим аккордом, который у нас должен быть ля бемоль. Вот она, 7-я высокая ступень ля бемоля. Значит, этот аккорд уже свяжется с до мажором. Даже могу основной тон в аккорде не брать. Или вот так, например. Чтобы общая нота соль была и наверху, и внизу. Дальше нам нужно разрешиться в ми мажор. Есть одна общая нота? Давайте посмотрим. Есть. Ре диез, 7-я. И она важная. Вот вокруг нее мы и построим следующий аккорд. Например, вот так вот. То есть сделаем его нон-аккордом. А потом нам нужно опять разрешиться в до, еще на терцию вниз. И здесь я вижу целых 2 ноты общих. Си, 7-я ступень до мажора, и вот эта вот лидийская, 4-я высокая ступень. Мне нужно поменять бас и одну ступень, ми бемоль превратить в ми. И вот я разрешился в идеальный тонический мейдж с высокой 4-й ступенью. Давайте еще раз. Вот был первый до. Виноват. Сейчас сделаю еще раз. Еще раз. Во! Так красиво. Вот попробуйте сами, ну, с моих пальцев попытаться снять вот эти 2 последовательности. Последовательность движения тоника по малым терциям вниз с использованием каких-то общих ступеней и по большим терциям вниз. И попытаться найти эти связи, услышать новые созвучия. На самом деле, таким гармоническим поиском современные композиторы уже занимаются давно. Для примера я могу вас отправить к Джону Колтрейну, к самому такому сложному стандарту, который называется «Гигантские следы», «Giant Steps». Это в среде джазменов такой стандарт, который всегда производит вынос мозга.
для импровизаторов, потому что внутри очень быстрой гармонической сетки там, там такой та-та-та-та-та, вот раз, два, три, четыре, следующий. То есть в каждом новом такте через малейшее количество времени происходит изменение тоники, и эти тоники никак с собой функционально практически не связаны. Или, например, возьмите Мишеля Петручани, попробуйте найти у него такую пьесу, которая называется «Самбо-бит». «Самбо-бит». Вот там Мишель Петручани в первых своих 8 тактов как раз и демонстрирует модуляции сначала 4 мажорных тоник, а потом 4 минорных тоник. И вот на этих вот модуляциях построена целая пьеса. Она удивительно эффектна. Там нет ни одних стандартных гармонических блоков, к которым мы привыкли, тоник, субдоминанты, доминанты в разных вариациях, а есть вот именно такие вот тональные модуляции, и это звучит очень эффектно. Спасибо. В следующий раз мы продолжим разбор этой темы.